Сирийские спортсмены, несмотря на тяжелую обстановку в стране, готовы отправиться на Олимпиаду в Рио. Атлетов напутствовал глава Олимпийского комитета Сирии. Он рассчитывает, что команда сможет побороться за несколько олимпийских наград. У нас есть большие надежды на нашу команду, особенно в прыжках в высоту и тяжелой атлетике. Наш спортсмен-прыгун Маш Газал показал второй результат в мире в этом году – 2 метра 36 сантиметров. Он кандидат на одно из призовых мест. В тяжелой атлетике у нас есть Маан Асад, который также может завоевать олимпийскую медаль. Предолимпийский сбор сирийские спортсмены проводят в Дамаске, там, где наиболее безопасно. Сами олимпийцы рассчитывают на определенный успех, хотя о первых местах не мечтают. Это честь для каждого сирийца участвовать в Олимпиаде. И для меня быть там и нести флаг моей страны. В последнее время у меня возникли некоторые проблемы с участием в нескольких соревнованиях. Но в последний момент я смог на них приехать. У меня большие амбиции. И я надеюсь, что смогу войти в восьмерку лучших. Я бы гордился такими достижениями. И надеюсь, что заслуживаю этого успеха.